Итак, ребятушки, всем привет, с вами канал А24. Ну что, ребятушки, от предыдущего мода мы в стороночку, сегодня мы перейдем к нормальному моду, который... У нас выпустился мод, такой интересный мод, который называется у нас Вампила. Я вставлю не ссылочку, а те, которые идут под какой именно данный мод. Потому что при скачивании данного мода у нас несколько будет файлов идти. То есть вы из этих файлов выбираете, то есть даже, да, не из этих файлов, а получается из этого, выбирайте, на что хотите поставить. Там будет Scania, КамАЗ, МАЗ, ну то есть вы увидите. И несколько будет идти файлов этих. Ну, я так скажу, файлов. Вот, в общем, что вам захочется из автомобиля, допустим, на Scania, вы просто перемещаете и вставляете, как обычную модификацию. Ну, грубо говоря, я сейчас вам даже покажу на примере, может быть, кто не понял. Я думаю, что мы уделим это 5 минут, почему нет. Вот, сейчас, вот, про что я вам говорил. Здесь у нас есть вампила несколько. У нас идет на Volvo, на Scania, которую мы сейчас поставили, я Scania поставил, и покажу, как это есть. На Renault, на MAS, на Mercedes-Benz, на КамАЗ, на Iveco, на ГАЗ и на DAF. То есть вы из этого выбираете, что вам охота и что вам хочется. И, соответственно, вы просто выбираете, допустим, Scania, применить все. Продолжить, и оно загрузится без всяких проблем. То есть, ну, я не знаю, вставлять, не вставлять. В принципе, я думаю, смысла вставлять нету. Я вам показал, что как оно идет, несколько файлами вот этими. То есть вы на цвет и вкус это выбираете, и, соответственно, вы это смотрите. Допустим, давайте мы, например, это смотрим. Мы не будем покупать Scania, мы просто ее посмотрим. Мы просто посмотрим, как это будет выглядеть вообще. Просто посмотрим сейчас. Вообще, посмотрим, как это посмотрим. У меня просто попугай, зараза, мелкошопы. Это будет выглядеть, мы заходим в аксессуары. В аксессуары, и где мы ставим на лобовом стекле, мы выбираем обычную, допустим, как хотите. Ну, допустим, инлайн, если, да. Все это вот, пожалуйста, все это выбирается. И это будет выглядеть примерно так. Но я не посередине, конечно, поставлю. Но давайте мы посередине. Вот. Ну-ка. Вот. Это будет выглядеть так. То есть вы можете поставить на себе, как на что хотите. На КамАЗ, на МАН, на МАЗ. Ну, там несколько что выбирайте. И, пожалуйста, как говорится, катайте без всяких проблем. То есть это такой очередной модик. Почему бы не скачать? Тоже, как говорится, мелочь. Но приятно, реально. Приятно. Вот. В общем, вот такой у нас получился. Я еще раз повторю, что несколько у нас файлами идут. И поэтому, если какой хотите, то такой и скачивайте. С вами канал 24. Всем пока, всем удачи. Подписывайтесь на канал. Не забывайте о канале 24. И чао. Пока-пока.